Доброго времени суток зрителям, всем гостям нашего канала. С вами Росси, и мы продолжаем играть в игру под названием «Черное мясо». Пятая глава, если я не ошибаюсь. Вроде да, вроде пятая. Незваные гости. Значит, продолжаем нашу сохранялочку. О, сейчас зарядимся по полной. Ну, практически по полной. Пустое зарядное устройство. Значит, у нас тут последнее мое приобретение было. Это дробовик с гранатками. Хорошая тема. Охрана встает, охрана. В случае пожара, да? Не помню, что надо сделать, если честно, ребят. Вроде где-то отключить. Ага. Ясненько. Хорошо, как нам пробежать эту гребаную хрень? Блядь, серьезная херня. Вам так не показалось? Хотя, я думаю, это вряд ли поможет, конечно, но попробуем. А, нет, помогла. Ну, здравствуйте. Нет, это сильно для вас жирно, ребятки, использовать. Так, а это что за херня? Не знаю, что это за лучи, но мне кажется, в таких лучах лучше пригибаться. Ай-яй-яй. Зачем же вы так грубо со мной? Так, что тут интересного? Я еще только патроны потратил, а нет, нашел патроны на пистолет. Больше ничего интересного здесь нет, к сожалению. Еще поищем. Только я не помню, откуда я отсюда пришел, да? Ну да, эти чубики здесь повыскакивали, здесь кафетерий, здесь я испугался. Идем вниз. Турели? Да, вот прикольно. Вот это классно. Бля, ты ж за меня был, дрянь. Обалдеть. Меня чуть своя же хрень не прибила. Сломайся полностью тогда. Внимание. Работают камеры видеонаблюдения. Понятненько. Я туда хочу перепрыгнуть. О, опять эта штука. Блин, я ее боюсь, если честно. Блядь, что за хрень? Блять, 6 хп осталось. Ну его нахер, короче, мою невнимательность. Тебе не матери. Блин, ну это просто несерьезно. У меня 6 хп осталось.
чай смогу. Зато мне дали гранат. Шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было очень опасно, ребята, я считаю. Это было очень опасно. О, аптечка. Батюшки, это не подвезло. Хотя бы пол хп себе сделать. Я потерял по глупости. Могли бы быть полные. Процентов. Патронов не побольше дайте, давайте сюда ваших военных. Вот он там мужчинка загадочный пошел с этим патрончиком. Еще. Энергия 30%. Это хорошо, но нет. Я их боюсь теперь. Сейчас брать. Что их нельзя брать? Патрон дробовик должен всегда быть заряжен на максимум. Тут ни хрена не было. Ох, ну наконец-то спасены. Ну слава богу, вы здесь. Нет! Ну это было предсказуемо, но самое главное, что у него есть автомат, я считаю. Это самое главное. Да. Автомат, автомат. Еще есть 150 патронов на него. Заряжен военный пошел постоянно под меня. Поехали кататься. Мы все спасены. Мы все тяжело больны, мы все спасены. Тихо-тихо-тихо, ребята, что-то вы такие жесткие, я бы сказал. Обалдеть, я что-то вообще по ним попасть не могу. Придется так вот только штурмом брать. Заметили эту конченую привычку перезаряжаться после каждого выстрела почти? Все, косочка меня научила. Хотя, вы видите, как я стреляю, как я еще в косочку кого-то убивал. Ну, то все на шару. Ну, не полная, конечно, хп, но ничего. Точнее, не полное это, но теперь же надо патроны на дробовик. Что тут интересного? Нифига интересного здесь нема. Наверное, надо наверх подняться в любом случае. Я такой именно. Сейчас мы откроем дверку. Так пройду, чтоб ребята не переживали. Так, что тут у нас, что тут у нас? Сюда пойдем сначала. Подзыркаем. Или сюда сразу пойти. Блять, эти пулеметы.
это пиздец. Это просто кобздец какой-то. А тут я не пройду, потому что слишком быстро, да? Ладушки. Обалдеть, вы представляете? Я с дробовика с такого расстояния ее не пробил. Блять, так и умереть можно. Так и умереть можно, ребятки. Да. Хер его знает теперь, куда бежать. Нахуй я вообще тех роботов трогал. Я не докинул гранату так далеко. Ну да. Сильно далеко. Надо здесь разгадывать загадочку. Внимание работает. Ну, вот правильно, пока не работает еще. Так, что тут у нас? Никак так запрыгнуть здесь нельзя. Сейчас мы построим. Не, не подходит. Все. Миша, все фигня, давай по новой. Сейчас сам тут себе построю все, что мне надо. Мне бы еще такой один ящичек, который поднимался. Я был бы самый счастливый. Ну, почти бы был самый счастливый человек. Не факт, что точно, но... Мне надо тебе, чтоб... Ну ладно, хоть так. Нет, все равно не допрыгиваю. Блин, я не помню, тут что-то вроде... С этими присосками. Хотя нет, я, видите, я не могу... не смог запрыгнуть, все равно. Там дорожка сволочная. Блядь. А да, она выезжает. Значит, все очень плохо. Видите, она меня просто выкатывает отсюда. Так, а там есть? Нет. Там некуда спрятаться. Тогда я спрыгну. Загружу с этого места, сначала эти турели активировать не буду, дурные. Ну, сразу. Вот, мы сначала сейчас по тихой грусти пройдем. Бля, я хер его знает, как держится здесь. Ладно, пока ничего там не будем трогать. Тут не работает. А что это? Тут тоже не работает. Так, ладушки. Нет. Так, там то, в принципе, там тоже нет захода. Ха-ха, оно выталкивает меня просто оттуда, ну ладно.
Да, сейчас просто простреливаю все эти хрени. Просто потому что могу. Да, это просто оно взрывает. В смысле, это было вот так легко? Это такая именно серьезная голливудская перестрелка происходит. Все убил. Теперь надо патроны пособирать. Потому что я чертовски много на вас потратил, ребятки. Полное хп, но, к сожалению, не полная броня. Ну, полную броню я не рассчитывал. Оп. Короче, видите, мне не нужно было там ничего делать. Я думал, мне сюда. Жалко вот обычных работяг, ученых, которых расстреливают просто так, потому что они оказались не в том месте, не в то время. Ну ладно, я Фриман, там все дела. Батюшки, что это происходит? Так, под такой музончик надо просто позаряжать все свое оружие, чтобы я был ко всему готов. Я считаю, что в таких ситуациях надо просто бежать на улицу. Когда все начинает рушиться. Еще вертолет там сверху. Короче, и сверху гранаты кидают, вертолеты летают. Все против одного ученого. Господи, я стреляю просто не то что от бедра, а от понта просто-напросто.
Я понял. Меня надо съебывать за свои вниз. Так и должно было быть. Чик-чик. Нет, туда мы тоже не пойдем. Или надо сюда все-таки. Нормальные такие пацаны, прям сюда ко мне высадились. Ага, понял. Блять, да не сюда ж, ёлки-палки. Ну и все, я застрял и умер, сгорел. Нормально. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и вот так вот закончил. Это просто руки и крюки, заточены под сами знаете что, поэтому. Поэтому вот так вот. Ладно, начнем с этого момента опять. Благо недалеко. Броня. Все. Пацаны, так сказать, отступили. Не помню, где люк. А, все правильно, я спрыгнул. Блин, ни патронов, нифига, все повыстреливал. Возьму тогда дробовик пока. Тюп-тюп-тюп-тюп. Нагрузочка. Как вот, да, отрезка из обычной катастрофы на исследовательской станции, все переросло в открытый боевой конфликт, когда куча, куча военных пытается убить одного ученого в супер-пупер костюме. Это, собственно, я. Блять. Хотя для вас и пистолета хватит. Что у меня на пистолет патронов мало? Как-то у меня всего мало и мало. Хер его знает. Кошмар. Двадцать. Это же наши пацаны были. Ну, вот тебе и правительство. Их идея сдерживать состоит в том, чтобы убить всех, кто связан с проектом. Судя по защитному костюму, вы принимали участие в том, что привело к катастрофе, так? Ну да. Теперь смотри, если кто и может прекратить все это... Так это группа ученых из комплекса Лямбда, на другом конце базы. Раз транспортная система выведена из строя, я не знаю, что делать. Хотя за ракетными шахтами и старая железная дорога. Если доберетесь до лаборатории ракетной техники, вы сможете проложить себе путь через старые туннели и разыскать то, что осталось от группы Лямбда. Хорошо, я тебя понял, братан. Ты можешь верить нам. Ладушки. Я так и сделаю. Я так и сделаю. Спасибо. Я иду в шахту. Ну что ты? А дальше? Сюда что ли? Загрузочка. Без загрузи... Загрузенцы. Реактивная шахта. Ребят, ну тоже, наверное, следующая глава, поэтому на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Извиняйте, что так часто умирал, но это же я, поэтому берегите себя и будьте счастливы.